ми продовжуємо. Наступний гість сьогодні Андрюс Кубілюс, депутат Європарламенту, колишній прем'єр-міністр Литви. Доброе утро. Доброе утро. Перед вами я говорил с военным экспертом, и он сказал дословно, теперь центр мировой геополитики переходит в Литву. С Восточного фронта в Украине переходит в Литву. Я не знаю, что по этому поводу думают литовцы. Готовы ли вы оказаться в центре мировой геостратегии, геополитики и, возможно, войны? Ну, мы всегда готовы к тому, что самая главная угроза миру и стабильности на европейском континенте, военная сила авторитарного кремлевского режима будет направлена против нас. Но мы являемся членами Европейского Союза и НАТО, и поэтому мы себя чувствуем уверенно. И весь тот шум, который поднимает Кремль, он ни на чем не основан. То есть, но мы знаем, что Кремлю какие-то основы там юридические или еще какие-нибудь совсем не нужны для того, чтобы начали какую-нибудь агрессию, как они начали эту агрессию против Украины. Так что мы готовы ко всему, но как-то думается, что и Кремль, может выучить некоторые уроки, которые он уже получил на Украине. То есть, что его военная сила не такая уж могучая, как они себе представляли до инвазии, до агрессии против Украины. И, может быть, они сами подумают, что вряд ли им стоит еще попробовать ввязаться в войну со всем сообществом НАТО. Российская пропаганда неустанно многие годы, десятилетия, я бы сказал, говорит о том, что балтийские государства, Литва в частности, проводят недружественную политику, какие-то делают гадости, какие-то вот и русофобия там процветает и так далее, и так далее, и так далее. Насколько это соответствует действительности? Есть ли здесь какое-то рациональное зерно вот в этих историях, которые российское там телевидение в первую очередь рассказывает? Ну, знаете, что с русофобией? Расскажите нам, да, пожалуйста. Вот. Я бы сказал наоборот. У нас есть очень большое желание иметь хорошие отношения с Россией, потому что мы из своей истории знаем, что последний раз, когда у нас были плохие отношения, и Россия страдала, это было 1600 год, когда мы там сумели еще посылать уже Дмитрия. Это хороший юмор, это такой тонкий, я оценил. Да. Но после этого обычно мы страдали, и мы желаем иметь хорошие отношения с Россией, но мы знаем тоже, что эти хорошие отношения могут быть воплощены в жизнь только в том случае, если Россия трансформируется обратно в демократию. То есть хорошие отношения с авторитарным режимом, они и теоретически практически невозможны. И у нас забота, конечно, в том, как помочь России вернуться на путь демократического развития и самой себя освободить от того несчастья, которое она имеет. То есть авторитарный режим Путина, он носит несчастье и трагедию не только для Украины, но он, во-первых, забирает будущее у российского народа. Это хорошее, это важное уточнение. Вот сегодня состоялся формальный дефолт России по внешним обязательствам. Сейчас многие экономисты пытаются дать ответ, насколько это важно для России и для всего мира. Что вы можете по этому поводу сказать? Как такое событие может отразиться, например, на России, на россиянах? Ну, во-первых, мы видим такую последовательную политику Путина из России делать то, что я называю черную дыру. То есть закрывать Россию от любых возможностей как-то быть частью мирового сообщества, экономического, финансового, нормального политического сообщества. И вот этот дефолт, он, конечно, закрывает для России любые возможности получать какие-нибудь финансовые ресурсы от мирового финансового сообщества. Потому что никто не будет одалживать деньги России, если она пошла на дефолт и, то есть, не выполняет своих долговых
до этого времени взятых долговых обязательств. То есть пока что у России перспектива становится все чернее и чернее. Может ли Россия из этого выйти, пока у власти находится тот самый Путин? У меня большие сомнения. То есть для того, чтобы Россия вышла из того состояния, вот в каком она сейчас находится, из той траектории, по которой она движется вот в ту, как я называю, черную дыру, во-первых, она, конечно, должна быстро уходить из Украины, либо при помощи украинских военных, которые могут победить ее, либо сами догадаться до этого. И громко говоря, должна восстановить то, что они поломали в Украине. И только таким образом они могут возвращаться в такое нормальное состояние государства, которое нормально себя ведет во всем мировом сообществе. Вчера министр обороны Литвы сказал дословно: пусть Путин и Лукашенко делятся друг с другом ядерными памперсами. Там речь шла о самолетах, которые Лукашенко хочет оборудовать свои под ядерные бомбы, и о ракетах «Искандер», которые Путин обещает Лукашенко дать. Почему вдруг министр обороны маленькой Литвы такой смелый? Объясните мне такую смелость литовского министра обороны. Ну, во-первых, потому что те заявления, которые мы слышим сегодня от Лукашенко и от Путина о том, что ядерное оружие, Лукашенко просит, чтобы российское ядерное оружие было бы размещено на территории Беларуси, чтобы сам Лукашенко получил бы право его использовать. Но это звучит вообще-то полностью безумно. А это, с другой стороны, это показывает, что Путин начинает понимать, что он действительно проигрывает войну на Украине, проигрывает украинским войскам, проигрывает западному сообществу, который поставляет оружие. Мы думаем, что будет поставлять еще больше. И поэтому, опять же, возвращается к тому, что они, что у них только остается – пугать ядерным вооружением. Но это направление, я думаю, они сами понимают, что никуда не ведет. Потому что военный потенциал, ядерный потенциал НАТО, то есть американский потенциал, британский, французский потенциал, он гораздо более сильный, чем российский потенциал. И здесь угрожать ядерным оружием, хотя бы для Литвы, конечно, у Литвы никаких ядерных вооружений нету, но это значит, что угрожают они всему натовскому сообществу. Опять же, здесь вопрос стоит только такой, что у Запада не остается никакого другого выбора, как только полностью победить на украинском фронте российских военных при помощи обыкновенного вооружения, который у Запада является гораздо более технологически развитым, чем у России. Кризис литовский начался и развивается вокруг транзита в Калининград. У меня в этой связи два вопроса, если позволите. Первый вопрос – это точно ли стоит вся эта дискуссия этого транзита? Может, стоит отступиться Литве и сказать: ну хорошо, возите в Калининград, что там нужно возить, там какие-то стройматериалы или какие-то там какие-то такие истории. А второй вопрос: как вы оцениваете настроение людей, которые сейчас живут в Калининграде? Во-первых, сама Литва ничего не вводит, никаких санкций. Транзит как был через Литву, так он и остается. Пассажиры едут по всем там правилам, согласованным и тому подобное. Все товары, которые не санкционированы, они едут тоже по тем же правилам, по каким они ездили до этого. Единственное дело, что на те товары, которые запрещает Европейский Союз, чтобы эти товары не попадали на территорию Европейского Союза, накладываются санкции и по транзиту через Литву.
Это пока что это только 1% всего товарного транзита через... 1%? 1%. То есть сейчас только на там стали какие-то там еще металлические изделия. То есть 1%. А все остальное едет так, как ехало, и никто там ничего не вводит. Да, есть график, что будут вводиться и новые санкции, которые уже утверждены Европейским Союзом. И этот график тоже известен хорошо и Москве, и Калининграду. Второе. Европейский Союз дал объяснение Литве, то есть комиссия официально дала объяснение Литве, это было где-то месяц, наверное, назад, письменное объяснение, что на вопрос, нужно ли эти санкции вводить, которые уже утверждены Европейским Союзом, нужно ли это вводить и на транзит этих товаров из Москвы в Калининград, и ответ был очень четкий. Да, нужно вводить. Но сейчас, когда они уже начали эти санкции вводиться, в Брюсселе, как мы знаем, из-за всех угроз и шантажа Кремля появился некоторое там волнение, и что-то там пытаются посмотреть, можно ли как-то по-другому объяснить те санкции, которые введены. То есть сказать, что да, они могут свободно ехать из Москвы в Калининград без каких-то... Ограничений. Да, ограничений на литовской территории. Мы увидим, идут консультации. И, как вы говорите, да, здесь мы не видим там какой-то опасности, что там какая-то продукция стали там будет перевозиться через Литву. Хотя она не позволяет ее ввозить в Европейский Союз. Я вижу самую главную угрозу в том, что Европейская комиссия в таком случае даст очень четкий сигнал, что она боится шантажа кремлевского. А мы знаем кремлевское поведение. Если один раз ты показал свою слабину, вот в этом направлении Кремль будет усиливать свой шантаж. И мы тогда станем уже таким постоянной целью их шантажа. Вот в этом я вижу самую большую проблему всего этого дела по так называемому калининградскому транзиту. Да, это интересно. Ну, я, с другой стороны, если позволите, я вам скажу свою точку зрения. Я думаю, что тогда Литва сама введет санкции. Я вас знаю. Я знаю литовцев. Я верю литовцам. Спасибо. Да, и кстати, после поражения России, как будет этот город называться? Калининград, Кёнигсберг или Королявичус? Но, знаете, здесь мы этих вопросов не поднимаем. Ну, в Украине мы можем себе позволить их задавать. Да, да, да. Ну, мы все знаем, что Кёнигсберг или еще там, да, до того, как туда пришли немцы, литовский город Королявичус, он стал частью России после Второй мировой войны. И, насколько мы понимаем, вопрос так и не был закрыт на международном юридическом таком поле. Но мы этих вопросов не поднимаем. Хорошо. Тогда я повторю свой вопрос по поводу настроения людей в Калининграде. Я знаю, что работников автопредприятия, где собирали машины BMW, теперь их отправили сажать картошку, чтобы они могли там выжить в голодную зиму. Как настроение в этой связи у жителей российского этого анклава Калининграда? Ну, мы не очень хорошо знаем, как-то такого общения очень широкого нету. Но я понимаю жителей, которые такой ситуацией действительно недовольны. Но решение этой ситуации, улучшение этой ситуации, оно может быть очень простым. Вывод российских военных из Украины полностью, и все санкции отменяются. И собирайте заново BMW там в Калининграде, и не собирайте. Вы не против. Готов. Вы не против. Да, но для этого нужно очень ясные шаги со стороны Кремля. Во-первых, вернуться на ситуацию 23 февраля.
А потом еще и вывести всех военных из всей территории оккупированной. В том числе из Крыма? В том числе из Крыма. Я абсолютно уверен в этом. Завтра начинается саммит НАТО. Как вы думаете, усилит ли НАТО возможное вступление Финляндии и Швеции, и будет ли комфортнее Литве? Ну, для нас, конечно, вступление Финляндии и Швеции — это большое усиление НАТО в нашем фланге. Это в некотором плане решает проблему, которую мы всегда имели, то есть нехватка, то, что военные называют стратегической глубины нашей защиты, то есть эта глубина появляется. Но и с другой стороны, конечно, очень важно то, что это показывает, что и в западных столицах появляется очень четкое понимание, которого мы всегда просили, чтобы все поняли, что на европейском континенте самая главная угроза безопасности происходит от авторитарного кремлевского режима. То есть война против Украины уже открывает всем глаза, и не только политическим лидерам, но самое главное — и обществом. Потому что шведские и финские политики, они говорят очень откровенно, что, во-первых, их членство в организации НАТО, во-первых, потребовало их гражданское общество, а не сами политики решили. То есть это не было так, чтобы политики вот должны были уговаривать общество. Наоборот, общество заставило тех политиков, которые до этого, особенно там социал-демократов, которые до этого были скептические по отношению к вступлению в НАТО, заставило их принять другое решение. И в-третьих, что самое главное, это, смотря на будущее, знаю, сегодняшняя ситуация Украины не позволяет напористо требовать членства в НАТО. Украина уже достигла того, чтобы Европейский Союз открывал ворота, и это очень большое достижение. И спасибо вам за это. Но вы тут достигли многого, и меняете Европейский Союз очень быстро. Я в этом очень благодарен вам, потому что из-за ваших усилий, из-за того, что вы умели достичь, Европейский Союз как бы уже пробуждается. Но то, что принимается в НАТО такая страна, как Финляндия, которая имеет там границу, не знаю, сколько с Россией, там 2000 километров. 2000, да. 2000. Ну, по-моему, что даже наверняка больше длина границы, чем граница Украины с Россией. Ну да, если не считать море там и Крым, то да. Да, так что вот этот аргумент, что нельзя принимать в НАТО такие страны, как Украина, потому что она граничит с Россией, а там Кремль очень нервничает, когда у них на границе появляются новые члены НАТО. Этот аргумент снимается. Финляндия становится членом НАТО, и как-то мы не видим и не слышим, чтобы Кремль из-за этого там, да, они, конечно, недовольны, они там что-то говорят. Пока финны не вспомнят о Выборге. Ну, это оставим им. Последний вопрос, если позволите. Мы очень сильно привыкли, что Литва помогает нам. Можем ли мы помочь сейчас Литве? Чем Украина может помочь Литве? Ну, во-первых, своим успехом. Своим успехом, как обороняясь, так и идя в члены Европейского Союза. Вы делаете, во-первых, Европейский Союз сильнее. Во-вторых, пример вашего успеха является той мягкой силой, которой очень боится Кремль и Путин. Я думаю, что одна из причин, почему он начал войну, потому что он испугался как раз вашей мягкой силы, вашего примера, который может вдохновить и общество России или общество Беларуси идти похожим путем. А это для кремлевского режима смертный приговор. Поэтому вот ваш успех для нас является очень важным.
потому что вы меняете все пространство, восточное пространство европейского континента, и это может привести в конце концов к тому, с чего мы начали, что мы хотим иметь хорошие отношения с Россией, но это зависит от того, станет ли Россия демократическим государством. А это зависит очень много от того, как мы можем помочь Украине стать успешным государством. А украинский успех является большой помощью всем нам. Так что вот господин таким образом Кубилюс, мы... Да, это очень трогательно. Господин Кубилюс, аче, дякую. Дякую. Спасибо вам огромное. Спасибо всей Литве в вашем лице. Андрюс Кубилюс, депутат Европарламенту, колишній прем'єр-міністр Литви, був з нами на зв'язку. За кілька хвилин буде наступний гість на Чорноморці.